Agency Rose National Trust относятся к устойчивым перед морозами, болезнями и вредителями сортам. Высаживают их на солнечные участки, защищенные от порывов ветров. К составу почвы растения неприхотливы. Время посадки саженцев Rose National Trust – начало мая либо середина осени. Высота кустарника от 60 до 90 см. Ширина крупномера Rose National Trust до 60 см. Цветочки в диаметре до 12 см, окрашены они в ярко-красный цвет. Аромат не яркий, но приятный. Используют этот сорт цветов для создания одиночных и групповых цветников, клумб, оформления живой изгороди и на срез. Роза чайно-гибридная National Trust – это кустарники высотой 80-90 см с типом роста, высокорослый, диаметром 45-60 см. Цветет растение в месяц май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Аромат у цветов слабый, окраска цветка красный. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 8-10 см. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая, осенью листва зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Розу чайно-гибридную National Trust создал Мукгрейди. Годом создания растения считается 1970. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.